Вы знаете, новое поколение, оно другое. И это даже нельзя больше сравнивать, потому что мы как будто бы из другой планеты, и они тоже. Моя дочь, она совсем другая. Я на самом деле не завидую. Я не хочу быть сейчас, вот, например, новым поколением. Потому что мы всегда, я помню, мама говорила: «Ох, мне бы твои годы, я этого не хочу», потому что я представляю, сколько у них информации в голове. Им нужно выживать практически, потому что каждую секунду идет какая-то информация, интернет, все быстро должно быть, мгновенно. И как только если ты не сориентируешься сразу, ты теряешь сразу же вот именно твой шанс, теряешь друзей и так далее. Естественно, есть плюсы и минусы в этих ситуациях. Плюсы то, что они современные, они интереснее, они знают многое. Минусы, естественно, они живут в каком-то таком виртуальном мире, это понятно. Я очень часто стараюсь ее как шарик просто вот надувной раз и на землю быстренько ее вернуть. Для меня самое главное – это общение. У нее много друзей, у моей дочери, которые приходят к нам домой. У нас много вечеринок. В субботу почти всегда приходят девочки и ночуют у нас, они болтают, не секретничают всю ночь. Это очень важно, важно общение тоже. Но я не могу запретить виртуальный этот мир. Это невозможно запретить, потому что это сейчас вот другой мир. Я тоже в нем тоже варюсь. У меня Инстаграм есть, у меня есть Фейсбук. Я часто разговариваю с моими поклонниками через Фейсбук, через интернет. То есть это невозможно уже как-то отрезать и сказать нет. Потому что многие родители считают, что если ты скажешь, что ты не будешь в Фейсбуке никогда, это правильно. Я считаю это неправильно. Я считаю, что правильное воспитание нужно. У нас сейчас должно быть другое воспитание. Нужно разговаривать с детьми, нужно им все объяснять. Нужно быть другом, не только мамой, я считаю. Потому что таким образом, когда ей будет сложно или тяжело, и это может быть запросто, потому что мир совсем другой, хаотичный, и от нее многое требует. И она еще маленькая. Но она может ко мне подойти и сказать: «Мам, вот такое случилось». У меня мой блог. Я часто пишу именно вот отношения мамы и подростка. Сложно быть мамой подростка. Я недавно написала одну статью про кибериздевательство. Это большая проблема сейчас, потому что детишки не справляются с этим стрессом. Есть хулиганы, которые пишут гадости, придумывают все. И дети жертвы, они не справляются. Они могут даже действительно, бывают случаи, несчастные случаи, вы прекрасно знаете. Поэтому я разговариваю с моей дочерью, я знаю, что она, если вдруг спросит меня, не постесняется сказать даже самое, может быть, стыдное в кавычках, да. Потому что, мне кажется, только мама и папа могут действительно помочь в этой ситуации.